Экономика, бизнес, финансы. Программа «Экономика». У микрофона Ольга Близина. Здравствуйте. Нормализация после волатильности все равно произойдет. Начало российской военной операции на Украине привело к падению рубля и стоимости акций российских компаний. Как воспринимать эту ситуацию, нам рассказал эксперт по финансам Константин Кропанев. По его мнению, сейчас происходит психологическое падение. Сейчас уже активное телодвижение делать, наверное, не совсем правильно. Если есть свободный день, может быть, стоит посмотреть что-то из подешевевших бумаг купить. Покупать ли доллар, тут сложно сказать. Вот сейчас мы видим, что ЦБ все же пытается держать курс. Говорить о каких-то серьезных проблемах для рубля, для экономики преждевременно. У Минфина огромные золотовалютные резервы. И, в принципе, все свои обязательства государство оно вполне сможет обеспечить. Я думаю, что в ближайшие день-два будет очень высокая волатильность на рынке, но какой-то отскок, я думаю, что мы вполне в ближайшее время увидим. Все равно какая-то будет нормализация. «Газпром» никуда он не денется. Он как поставлял газ в Европу, так он и будет, как Сбербанк обслуживал вкладчиков, так он и будет. Эксперт отметил, что от падения рубля выиграют российские экспортеры. Программа «Экономика». В Кирове продаются бывшие помещения продуктовой лавки. Несколько точек в разных районах города выставили на Авито. Так, торгово-офисный центр и земля на Мельничной 24 продаются за 63 миллиона рублей. Там площадь более 800 квадратных метров. Торговые помещения площадью почти 300 квадратов на «Правды 2А» продаются за 20 миллионов. Возможно, за дополнительную плату приобрести оборудование. 1500 квадратов на «Менделеева 11», где работают сауны и магазин, выставлены за 80 миллионов рублей. Вместо еще одного магазина сети «Продуктовая лавка», который работал у «Танка», открывают магазин электротоваров. Также закрылся магазин на Преображенской, 79. Помещение там пустует. Экономика на 101 FM. 60 кировских семей за полгода обратились за компенсациями на аренду жилья. Такая мера поддержки введена в середине прошлого года для малообеспеченных жителей Кирова, Кирово-Чепецка, Вятских Полян, Котельнича, Слободского, а также районов. И еще в течение 2022 года бюджет будет компенсировать семьям съем квартир, если они признаны нуждающимся в улучшении жилищных условий и имеют долгосрочные договоры аренды. Сумма, которую платит бюджет, зависит от числа детей. Если он один, компенсируется 30% платы, не более 5000 рублей. Семьям с двумя детьми оплачивают половину, до 7000 рублей. Семьям с тремя и более оплачивают аренду полностью, лимит 10 тысяч в месяц. Экономика. В завершение о валютах. Официальный курс доллара на сегодня 86 рублей 93 копейки, рост на 6,5 рублей за день. Евро поднялся почти на 7 рублей, официальный курс на сегодня 97,77. Ольга Близина, новости экономики в Кирове. Программа «Экономика» на 101 FM.